Родины. Мы хотим спеть песню, которая посвящена защитникам Отечества, которые вышли на защиту нашей Родины в 1238 году, когда под стены Рязани подошло войско хана Батыя, и города не стало. Вдогонку уходящей вот этой рати вышел небольшой отряд боярина Черниговского Евпатия Коловрата и в течение 3 суток сражался с войском хана Батыя. Осталось живых 5 человек, которым хан Батый приказал похоронить тело Евпатия Коловрата со всеми воинскими почестями. Коловрат. Развезло дорогу на полпути, а на третью ночь выпал грязный снег. Выводи, Каурая, не шути, тяжело шагать впереди на бег. Поведал ветер, донесший горе, на границе рушатся города. Будет месяц краток, хмельной ноябрь, а как встанут реки, придет орда. По дымам считай, сколько их, созывай скорее своих, собирай последнюю рать, подымай. Да не кого подымать. Не загнать коней, к сроку не поспеть, что ни поворот, то на 10 верст. И на древках копий несется смерть. Под Рязанью будет еще погост. Отзови, здесь есть кто живой, посвети, тут слишком темно. Выходи, ну хватит молчать, выручай, да никого выручать. По слезам считай, сколько стоит месть. По следам ступать, словно волчья сыть. Будет пир горой, несет ворон весть, а в лесной утробе крадется рысь. И дождутся времени топоры, и займется заревом вражий стан. Будут петь в веках песни гусляры, как сражалась 1000 против 100. И когда на землю падет твою новая гроза из-за черных врат, выходи, место займи в строю, рядом станет пращур твой Коловрат. Выходи, место займи в строю, рядом станет пращур твой.